Представьте себе такую фантастическую, а может быть и не очень фантастическую ситуацию. Произошла природная или техногенная катастрофа, правительство на своих самолетах улетело в безопасное место, полиция и Росгвардия разбежались, в общем, государства больше нет. Но вы смогли найти себе какое-то убежище, а также у вас получилось раздобыть запас продуктов и оружия. И вот вы сидите в своем убежище, ждете, пока все закончится, и тут вам в дверь стучит умирающая от голода женщина и просит ее пустить. Как вы поступите? С одной стороны, принципы человечности и гуманизма требуют ее спасти. А с другой, вы понимаете, что толку от нее, скорее всего, никакого не будет. Она сожрет значительную часть ваших продуктов и рано или поздно неизбежно начнет трахать вам мозги. Причем, как я сказал, государства уже нет. То есть, как бы вы с ней ни поступили, вас за это в любом случае никто не накажет. И вот ответьте сами себе на простой вопрос, пустите вы ее или нет. Если нет, то почему, а если да, то зачем и какую пользу это принесет лично вам?